Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по книге Тхилим. Мы с вами добрались до 88-го псалма. Ну, философия этого псалма – это один из самых таких, как бы сказать, сложных псалмов, один из самых печальных псалмов. В нем большая боль души вложена, и вообще говорится о том, что в бесконечной ночи знания нам не раз покажется вот в нашей жизни, что уже вот все, жизнь уподобилась преисподней. Но на самом деле только наши собственные заблуждения и грехи не позволяют Богу совершить чудо. Исправляйся и увидишь чудо. Теперь переходим к Тегелим, прямо к непосредственному. Во-первых, он читается вместе с 87-м, когда помогает защите города, или когда каких-то группу людей от врагов, тоже читаются эти два псалма вместе. Второе, очень интересно пишется в книгах, что человек, у которого очень плохая ситуация, очень тяжелая болезнь, очень тяжелая длительная болезнь, да, и он от нее страдает, 18 раз произнести подряд Тегилим 88, и после этого обратиться, написано, к Всевышнему со словами, там, вылечи меня, как ты вылечил Хизкиягу, сына Мирьям. И как-то вылечил Наамана от проказа и так далее. То есть это написано в книге Шемуш Тегилим Акадмон. Раби Мейер из Перешмешлян читал этот псалом и рекомендовал всем читать этот псалом во время эпидемии. Еще раз написано во всех толкованиях, что это одна из самых скорбных псалмов, и поэтому чтение псалма этого помогает в минуту, когда очень тяжелое бедствие, испытание. И еще повторяется во всех книгах, что когда человек очень тяжело болен, когда он в отчаянном состоянии, и когда трудно даже поверить, что возможно спасение, читается этот псалом, и он помогает. Ну вот, пожалуй, все. Брахава ацлаха.